Сотрудники батальона патрульной полиции в ночное время при патрулировании улиц обратили внимание на автомобиль марки Lexus 570, водитель которого нарушил ПДД. Сотрудники экипажа автопатруля попросили водителя остановиться, однако водитель законным требованиям стражи порядка не подчинился и продолжил движение на большой скорости по направлению в город Алматы, подвергая опасности жизни других участников дорожного движения. Когда полицейские преследовали машину, у автомобиля лопнуло переднее колесо. В результате водитель остановил движение и был задержан. Согласно заключению медицинской экспертизы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени и употребил каннабиноидные наркотические вещества. Нарушитель привлечен к административной ответственности сразу по нескольким статьям. По решению суда он арестован на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет. Автомобиль водворен на штрафстоянку.